Дарья Гредзен. Сначала ее называли третьяком в юбке, а потом она даже перепрыгнула легендарного вратаря, дебютировав на Олимпиаде в более юном возрасте. Игры в Пекине. Матч против американок. Наши проигрывают 5-0. На 49-й минуте Дарья выпускает на лед. Вратарь с косичкой отражает все 19 бросков в наши ворота. Все-таки Дарья обладает тем характером для вратаря именно, что она спокойная, что умеет настраиваться. И думаю, это помогает, несмотря на то, что ей 17 лет. Это особенность Даши. Она может справляться с волнением. И то, как она умеет это делать, это переносится как бы на игроков. То есть мы тоже чувствуем на льду ее уверенность и ее стабильность. А ведь закалялся характер Гредзен в спортивной школе Олимпийского резерва «Алтай». Туда она пришла в 4 года. Это кадры нашей программы, которым уже 8 лет. Здесь Даша совсем ребенок. В Алтае она была единственной девчонкой, но играла наравне с мальчиками. Сейчас копилка личных достижений Дарьи Гредзен прибавляется все новыми и новыми кубками. Тренеры отмечают, если и дальше так пойдет, то вскоре девушка-вратарь может стать профессиональным игроком. Так и случилось. 5 лет Дарья играла за команду «Алтай-2003». В 2019 году ушла в красноярскую команду «Бирюса». И вот, наконец, Олимпийские игры в Пекине, хоть и без медалей. К сожалению, наша сборная по хоккею проиграла несколько матчей и отправилась домой. Но что касается Гредзен, попасть в 17 лет на Олимпийские игры – уже победа. Она родилась вратарем. У нее отличная растяжка, отличное понимание игры, очень хорошо владеет клюшкой. И просто, наверное, получает удовольствие от хоккея и даже от тренировок. Ирина Корчагина, «День с толком».